В Анапе из-за грозы временно запретили купание на всех пляжах. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. В связи с прохождением грозового фронта на территории города-курорта купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье. А вот руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, сказано в сообщении пресс-службы администрации Анапы. Я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптовый. Оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.